Месяц Рамадан – месяц поста. И как мы все знаем, пост является великим актом поклонения. Но что же такое поклонение и в чем суть поклонения? Поклонение – это все слова и дела, которыми доволен Всевышний Аллах. Аллах сказал в Коране: «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиабудун». «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне». Из этого аята мы понимаем, что цель нашего существования на этой земле является поклонение. Поклонение в исламе не ограничивается намазом или иным ритуальным действием. Поклонением является любой богоугодный поступок, который приносит пользу как тебе самому, так и окружающим. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Вера состоит из 70 ответвлений, высшим из которых являются слова «нет божества, кроме Аллаха», а низшим – удаление любого препятствия с дороги, чтобы оно не мешало окружающим. Как наше тело нуждается в материальной пище, так и наша душа нуждается в духовной пище. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах сделал в этот священный Рамадан наше поклонение искренне ради Него. И в конце давайте поразмышляем над словами Всевышнего Аллаха: «Ва'буду Аллаха, валя тушрику бихи шей'ан». «Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего в сотоварищи».